Привет, друзья, я снова в дороге, и вот именно в дороге почему-то мне возникает желание и вдохновение записать очередной выпуск влога «Книга-чай». Чай на моем столе сегодня. К сожалению, меня подвела моя камера GoPro, и потому я взял свою обычную камеру Panasonic, поставил ее на стол, на небольшую треногу, и вот, в общем-то, так и записываю с вами это видео. GoPro просто-напросто разрядилась, и я в спешке не нашел шнура для того, чтобы подключить ее к зарядному устройству. Так бывает и со мной. Книжки тоже есть, это планшет, куда я загружаю разные книжки и всегда с радостью их читаю. Буквально пару дней назад закончил читать книжку Лоуренс Гонзалес «Остаться в живых». И вы знаете, она мне напомнила книгу, которая поразила меня в моем детстве. Это Стив Каллахан «В дрейфе». Многие из вас, я уверен, ее читали, о том, как человек на этом плоту выжил, он и заклеивал его, и ловил рыбу, и по глоткам делил воду, но он выжил. Он поставил перед собой цель. Это человек, влюбленный в море, влюбленный в океан, он пересек Атлантику и в какой-то момент оказался на берегу возле людей, возле рыбаков, которым он сказал: «Да продолжайте, ловите рыбу». Выпил свои 5 пинт воды, которые у него оставались, и тогда уже был ими спасен. Вы знаете, эта книга меня поразила. Поразила тем, насколько человек действительно хотел жить. Я не очень, наверное, приспособлен к таким подвигам. Я не люблю походы. Я не часто бываю на дикой природе, и я не стараюсь вот испытать какие-то такие пограничные состояния и посмотреть, что я смогу, а что не смогу. Но в то же время я помню несколько эпизодов своей жизни, когда вот именно Стив Каллахан с его книжкой «В дрейфе», когда она меня воодушевляла. Я помню, когда мне было, может быть, лет 12, и мама тогда была в больнице, и отчим тоже был где-то. И я помню, как я собрался сам, и для меня это казалось целой историей, добраться вот из одного конца в города в другой. Я помню, как я зашнуровывал свои кроссовки, как я надевал одежду, как я застегивал куртку, и как я точно просчитывал маршрут, где мне нужно сесть на какой троллейбус, где мне нужно пересесть, где мне нужно выйти, и как мне попасть домой к моему деду. И он был весьма удивлен, увидев меня на пороге, потому что я сказал: «Дед, ну, в общем, мне там одному плоховато, я, пожалуй, пару дней побуду у тебя». И я приехал к нему в гости. А потом я помню тоже какой-то такой безумно сложный период жизни, когда вот тоже это 90-е годы, это время, когда не хватало ни денег, ничего, и у меня было жуткое желание поступить в военный лицей. Мне почему-то казалось, что вот это вот поступление снимет с меня заботы о том, что мне нужно надевать, о том, что у меня будет довольно неплохое разнообразное питание, при всем том, что моя мама очень старалась, и она делала все возможное, работала на всех возможных работах. Но, увы, ну вот не получалось в то время у нас жить очень хорошо. И я помню, что мне приходилось ходить на экзамены в этот лицей пешком. И там нужно было вот там сдавать какие-то кроссы, физическую подготовку, сдавать вот математику, украинский язык, историю. Но вот я помню, что вот эта вот ходьба пешком, она меня очень-очень закалила. То есть я понимал, я рассчитывал время, а у меня просто-напросто не было денег на проезд, и потому я решал вот сэкономить эти небольшие копеечки и потратить этот час, час 20 для того, чтобы дойти до лицея пешком. И как бы всем говорил: ну, я просто люблю прогуливаться, я просто люблю гулять. Но вот я вспоминал этого Каллахана, вспоминал этого Стива на его плоту, и вот это в меня вселяло какие-то силы. Мне казалось, ну, если человек в той ситуации не пал духом, то я здесь, вот имея все вокруг меня, но почему я должен падать духом, опускать руки, унывать? Слава Богу, в лицей я не поступил, чему я искренне рад сегодня, и не столкнулся со всей этой военщиной, со всей этой казарменной частью. Закончил и 9-й, 10-й класс, и 11-й, и дальше все было довольно-таки неплохо. А вот Каллахана помню до сих пор. Недавно пытался его даже перечитывать, пересматривал. Уже таких эмоций он у меня не вызвал. А вот тогда в детстве я буквально представлял его на этом плотике. Я буквально видел тех акул и тех дорадо, на которых он охотился. И также жадно пил вот пресную воду. И мне казалось, что жажда, вот это солнце, оно буквально испепеляет меня. То есть фантазия работает очень-очень хорошо. Так что если у вас опускаются руки, вам хочется унывать, вам хочется грустить, почитайте Каллахана, почитайте «В дрейфе». Посмотрите, что пережил этот замечательный человек. Прочтите историю его жизни и, поверьте, это вас воодушевит. И возвращайтесь на мой канал. Влог «Книга чай» вас ждет. Чашка чая, книги, микрофон мой. Все это ждет вас, и я готов рассказать вам еще одну историю. До новых встреч. Пока.